что, добрый день, уважаемые друзья. Нет, заново. Потому что это тепло и уютно. Отлично, а вы, Олег? Я полностью согласен. И она имеет мечту любой женщины. Гардеробная. Давайте презентовать гардеробную. Здравствуйте, уважаемые друзья, меня зовут Борисов Артем Александрович, я директор строительной компании «Мой дом». Мы строим каркасные дома в городе Балаково. И сегодня наконец-то наступил тот день, когда мы закончили жилой дом, каркасный жилой дом, который мы строили порядка 2 месяцев, о котором мы снимали уже пару видео. И сегодня мы вместе с заказчиком проведем вам небольшую экскурсию по этому дому. Почему вы решили именно каркасный дом? Почему не кирпичный? Потому что это быстро, потому что это тепло. И уютно. Отлично. А вы, Олег? Я полностью согласен. Просто мы долго выбирали, и из всех компаний вы нам очень понравились. С вами легко общаться. Добросовестные люди, простые. Наверное, поэтому. Нас пригласите к себе домой. Да. Покажете? Да, конечно. С удовольствием покажем наш уютный, теплый и вообще замечательный дом. И наконец-то мы скоро в него въедем. Пойдем. Так, ну мы сейчас, в принципе, находимся в гостиной кухне. Ирина, расскажи, что у вас здесь будет? Здесь будет угловая кухня. Там у меня будет зал, гостиная, да, где мы будем своих гостей принимать. Здесь они будут почивать, а там отдыхать. А здесь что будет? Это у меня будет кладовая. У каждой хозяйки всегда должно в хозяйстве быть кладовая. Здесь будет стоять у меня пылесосик. Пойдемте, я вам покажу, где ведерко буду ставить. Пойдемте. Раз мы уже заговорили об этом. Так, проберусь. Где находится, ну, скажем, сердце, наверное, дома. Сюда, в принципе, все сходится. Это, в общем-то, и видно. Здесь стоит электрощиток. А здесь в основном вся сходится электропроводка. Вот и на потолке видно. Здесь отопление сделано. И, в принципе, особенность наших домов в том, что, ну, многие думают, что каркасные дома, там все трубы по наружке, вот как старые деревянные, знаете, бывает, там провода все снаружи. Вот, у нас все прячется внутрь, все разводится под полом. На втором этаже все разводится под потолком первого этажа. Вот, и как раз вот сейчас можно увидеть вот наверху, вся разводка выполнена. Это как раз все, что нужно именно для второго этажа. Вот, здесь есть система вентиляции, тут уже заведен газ. В принципе, все работает, осталось дождаться, когда приедут газовики и все это пустят. Сделать пусконаладку, здесь будет тепло уже достаточно. Здесь у нас тамбур. Ну, изначально мы зашли просто с другой стороны. Здесь у нас тамбур. Входная. Это вот основной выход, который будет использоваться. Здесь есть также батарея отопления. Размеры примерно 1,5 на 1,70 м. Тут еще будет стоять шкаф. И достаточно такой вот просторный тамбур будет. Вот он будет также отапливаться. Будет платяной шкаф. Ну, из чего, то есть куда можно будет что убрать. С левой стороны здесь у нас находится ванная. Ванная комната. Каким размером, Кать? 2 на 2,60 у нас ванная комната. Здесь стоит обогреватель, окошко. Здесь есть вентиляция. У нас вентиляция идет из-под пола. Выходит, чтобы весь конденсат, если что, утекал туда. Здесь будет выход вентиляции. Это идет канализационный стояк на второй этаж. Вот. Ну и, собственно, также трубы все проходят. Пока это еще только обшито гипсокартоном, впоследствии заказчики будут Алексеем делать здесь клейки. Вот такая просторная комната. Самое главное, что она светлая. Угу. Вот, особенно в вечернее время, она очень светлая. Еще хотела бы сказать, что у нас окна не просто стекло, а
стекло с энергозащитной пленкой. Поэтому у нас будет не только тепло поступать в дом, но и не уходить из дома. Да, важный момент. Мы стараемся всякие вот эти вот моменты учесть и по максимуму, что есть на рынке, сделать как можно дом теплее и эффективнее. Давайте, что встали, пойдемте на второй этаж. Точно, я вас стесняюсь. Поэтому. Лестница у нас такая вот. Да, кстати, классная лестница получилась. Датчик на движение будет еще пока. А, он меня током не ударит? Здесь у нас особый... самая большая комната. Это для нашей любимой дочки. Большая батарея. Ну, ванна, конечно, это не здесь будет стоять. И не в таком виде, в перевернутом. Мы его поставим на ножки. Да, окна здесь большие окна, и немножко не по стандарту сделали ей пониже, как она любит сидеть возле окошка. Поставим ей здесь. Пуфик. Пуфик, банкетку или как ее называют правильно. А тут, тут, кстати, тоже есть еще одна ванна. Тут два санузла. На втором этаже тоже он есть. Так, и осталось последнюю комнату посмотреть. Да, идем. Ну, это наша такая небольшая комната. Это наша комната. Она небольшая, но уютная. И она имеет мечту любой женщины. Гардеробная. Давайте презентовать гардеробную. А как здесь будет в гардеробной? Что будет расположено у вас? Ну, я собираюсь здесь, на заднем плане, значит, вешалки сделать, различные полочки. Круто. Осталось рассказать про вот эту комнату. Что у вас, как здесь будет? У женщин всегда проблема вещи куда складывать, да? Да. Нечего надеть и некуда положить. Да, но здесь мы планируем поставить нашу двуспальную кровать, тумбочки. А вот здесь вот так вот, да, будет стоять? Да, да, да. А ванна? Ванна, ванна, все-таки. Сюда мы планируем поставить тумбочку с телевизором. Сюда, да, получается? Понял. Ирина, скажите, вообще, как вам планировка дома вообще получилась? Планировка, я хочу отдельное спасибо сказать Катюшке, конечно, она это выполнила вот она. Все наши мечты. И, конечно, и мальчишки, которые строили, Артем, все молодцы, замечательно. Они исполняют мечты. Приходите в мой дом. Хочу большое спасибо сказать мальчишкам, которые строили нам наш дом. Отдельное прям. Ни разу за все вот это время, которое они строили, я не слышала от них ни... Не ругались ни они, ругались. Ни матерились, никаких таких... Ни пьяных, ни психов, часто ничего. Бывает на стройках. Дружные ребята, очень хорошие. И если прям, что-то попросишь, они всегда, да, они всегда на ура и молодцы, и поддерживают даже чистоту. Помимо, ну, приходилось попросить помочь всегда. Молодцы. Ну и в завершение хочу сказать огромное спасибо всей команде, которая работала над этим домом. И команда, я считаю, не только своих ребят, но и заказчиков, потому что строительство дома – это не просто вот вы пришли, отдали, мне нужен такой дом. Это плотная работа всех абсолютно людей в команде, нас, клиентов. И вот за это хочу вам сказать огромное спасибо всем. Хочу Сергею сказать спасибо. Сергею, Михаилу, Дмитрию, Лёшке, как тебе, Катя, Олегу, Ирине, ну и мне, конечно же, вот. Спасибо вам большое за просмотр.